10 мая 1941 года ближайший помощник Гитлера Рудольф Гесс совершил поступок, который поставил в тупик не только агентов всех секретных служб, но и самого фюрера. Секретарь нацистской партии Рудольф Гесс на своем самолете в одиночку пересек Ла-Манш и выбросился с парашютом в Шотландии. При задержании Гесс заявил, что он прилетел с предложением заключить мир между Англией и Германией. При этом Гесс пояснил, что выступает как частное лицо, и о его действиях Гитлеру ничего не известно. Несмотря на миротворческую миссию, Гесса тут же арестовывают как военного преступника. Его тюремное заключение растянется на долгих 46 лет, и свободы он больше не увидит никогда. Весть об этом событии мгновенно попала на центральные полосы всех мировых газет. И только советская пресса ограничилась коротенькой заметкой в несколько строк. Английское министерство информации опубликовало официальное сообщение, в котором говорится, что ночью 10 мая около Глазго разбился германский самолет «Мессершмитт 110». Недалеко от него был обнаружен германский офицер, повредивший себе ногу при спуске на парашюте. Офицер этот вначале назвал себя Хорном, позднее признался, что является Рудольфом Гессом. Что это? Непонимание важности события? Или, может, проявление деликатности по отношению к Германии, с которой недавно был подписан пакт о ненападении? Как покажет наше расследование, ни то, ни другое. Более того, сегодня мы с достаточной уверенностью можем сказать, что о миссии Гесса Сталин имел самые полные сведения от нашей разведки в Лондоне. Почему же, несмотря на угрозу сепаратного мира между Англией и Германией, Кремль молча следил за ходом этих переговоров? Мой фюрер, когда вы получите это письмо, я буду в Англии. Можете представить, как нелегко мне было решиться на подобный шаг, ибо в 40 лет человека с жизнью связывают более крепкие узы, чем в 20. Прочитав эти первые строки послания, принесенного секретарем Гесса, Адольф Гитлер вскрикнул и разрыдался. Всем присутствующим показалось, что он был одновременно шокирован и напуган известием о том, что прошлой ночью, 10 мая 1941 года, его заместитель самостоятельно решил лететь в Великобританию. Тем не менее, некоторые историки полагают, что нацистский лидер, возможно, разыгрывал комедию, ожидая результатов этой донкихотской выходки. То, что Гитлер был в курсе дела, известно по многим документам. Известно также, что такой перелет в одиночку Гесс совершить не мог. Известны люди, которые помогали Гессу технически подготовить этот перелет. В частности, генерал Люфтваффе Удет, профессор Мессершмитт. Поэтому полет Гесса был совершенно не случайен. Он имел чисто военные цели для того, чтобы склонить Англию на сторону Германии. Я не думаю, что Черчилль когда-нибудь пошел бы на заключение сепаратного мира с Германией, потому что тогда роль Германии, безусловно, была бы иной, и Германии была бы больше вероятность победы в этой войне. И что бы тогда осталось Англии? Периферийная роль, страны третьего мира. Любопытен тот факт, что военные действия, а это была воздушная война, которую вела Германия против Англии, эти действия широко известны, были прекращены непосредственно перед полетом Гесса в Великобританию. Между собой нацистское руководство опасалось, как бы Гесс не раскрыл британцам план Барбаросса. В обеих странах, как и во всем мире, первая реакция на известие о необъяснимом перелете была единой. Это мистификация. Как мог самый приближенный к всемогущему фюреру помощник незаметно взлететь с аэродрома? Как могло германское правительство мириться с сумасшедшим в высшем эшелоне власти? Только одному человеку казалось, что он в курсе всего происходящего. Иосиф Сталин полагал, что Черчилль задумал пойти на сговор с Гитлером. Позднее фюрер вычеркнул Гесса из немецкой жизни, и до Нюрнбергского процесса о нем в Германии старались не вспоминать. После победы в 1945-м Гесс, как и все нацистские преступники, оказался на скамье подсудимых. И опять, как 4 года назад, этот человек снова поразил всех.
В отличие от дружков по партии, он не юлил и не сваливал вину на других. Напротив, Гесс заявил, что ни о чем не жалеет и ни в чем не раскаивается, и, несмотря на поражение Германии, считает нацизм единственной верной государственной политикой. Известно, что подпись Гесса стоит под Нюрнбергскими законами. Под законами, которые обосновывали дискриминацию и затем уничтожение евреев, так называемое окончательное решение еврейского вопроса. И именно Гесс и такие, как Гесс, в итоге отвечают за гибель 6 миллионов евреев в Европе. И эти преступления целиком и полностью подпадают под пункт Нюрнбергского статута, называемый «преступления против человечности» или «против человечества». И именно за это Гесс, за реальные преступления, Гесс получил пожизненное заключение в Нюрнберге. Из стенограмм допроса. «О своей деятельности думаю все то же самое, что и раньше. При мне не было концлагерей. Все осложнения произошли после моего отлета в Англию. Однако должен заметить, что они были и есть и в других странах, в том числе и в СССР. Что касается расовой политики и геноцида, тут мы были совершенно правы. Немцы – нордическая раса, и допускать смешение немцев и евреев, представителей другой расы, мы не могли. Наша политика была правильной. Этих взглядов я придерживаюсь и сейчас». Все шансы избежать серьезного наказания, Гесс, как свидетельствуют документы, сам лез в петлю, настраивая против себя и защиту, и обвинение. Кульминацией явилось его желание рассказать о той самой миротворческой миссии, с которой он прилетел в Англию. Но неожиданно Гесс встретил резкое сопротивление со стороны английского обвинения. С этого дня показания Гесса станут путанными и расплывчатыми, что свидетельствует о сильном психологическом давлении на него со стороны британских спецслужб. И еще. После 46 лет, проведенных в тюрьме, у Гесса появляется возможность выйти на свободу. В конце 70-х советское правительство и лично Леонид Ильич Брежнев предлагают амнистировать Гесса, но англичане выражают резкий протест. После смерти Брежнева разговор на эту тему откладывается на неопределенный срок. И только в 1987 году под нажимом общественности британское правительство соглашается выпустить на волю нациста номер 3. Но за 3 месяца до освобождения его находят мертвым с куском провода на шее. В официальном заключении судмедэкспертизы можно прочитать, что смерть наступила из-за кратковременного удушения и явилась следствием самоубийства. Те, кто видели Гесса в последние дни, как один заявляют о том, что дряхлый нацист не мог одной рукой поднять даже кружки с водой. Поэтому возникает вопрос, как ослабленный и немощный старик смог уйти из жизни столь сложным путем. Разобраться в этом так никому и не удалось. Домик на территории тюрьмы, в котором нашли труп Гесса, был тут же сожжен, и сама тюрьма в 3-дневный срок снесена бульдозерами. Один из руководителей нацистской Германии, заместитель фюрера в НСДАП, нацист номер 3, родился 26 апреля 1894 года в Египте в семье немецкого торговца. Во время Первой мировой войны Гесс служил на Западном фронте командиром взвода в том же полку, что и Гитлер. После ранения под Верденом, будущий соратник фюрера перешел служить в авиацию. В 1919-м Гесс становится членом общества Туле и тогда же вступает в одно из подразделений добровольческого корпуса генерала Франца фон Эппа. В 1920-м Гесс становится членом НСДАП, совмещая при этом партийную работу с учебой в Мюнхенском университете. После участия в провалившемся пивном путче 23-го года Гесс бежал в Австрию. Вернувшись в Германию, он был приговорен к 7 месяцам заключения, которое отбывал вместе с Гитлером в тюрьме Ландсберга. Там Гитлер диктовал ему свою книгу «Майн кампф». В 25-м году Рудольф Гесс стал личным секретарем Гитлера, а в декабре 1932-го председателем Центральной партийной комиссии и депутатом Рейхстага.
21 апреля 1933-го становится для Гесса пиком его карьеры. Гитлер назначает его своим заместителем по партии. В июне 1933-го Гесс стал рейхсминистром без портфеля, но после реорганизации Гитлером военного и политического руководства в феврале 1938-го Гесс входит в состав так называемого «тайного кабинета». 30 августа 1939-го он стал членом исполнительного совета по обороне и одновременно был назначен преемником Гитлера после Геринга. Специальным указом на него был возложен контроль над всей деятельностью нацистского правительства и других государственных органов. С этого дня ни одно распоряжение правительства, ни один закон Рейха не имел силы, пока их не подписывал Гитлер или Гесс. Известно, что Гесс был любимым учеником и последователем основателя геополитики профессора Карла Хаускофера. Он считал, что немецкий народ остался без пространства в результате Первой мировой войны, а потому имеет право увеличивать свою территорию, свои границы за счет менее важных народов. И именно Гесс связал Хаускофера и с Гитлером, и именно идеи геополитики во многом легли в основу гитлеровской книги «Майн кампф», которая стала идеологической основой подготовки Германии, или нацистской Германии, точнее, ко Второй мировой войне. Гессу было доверено принимать решение от имени фюрера. Он был объявлен полновластным представителем фюрера, а его канцелярия – канцелярией самого фюрера. Некоторые нацистские биографы утверждают, что причиной странного поступка Гесса в 1941-м явилось его увлечение оккультизмом, граничащее с безумием. Предсказания Нострадамуса о судьбе Германии будто бы сломали Гесса. Предвидя конец нацизма, он решил выйти из игры. В частности, один из фашистских главарей Шелленберг вспоминал, что Гесс в своих письмах из британской тюрьмы ссылался на Нострадамуса. Гесс якобы утверждал, что нашел в пророчествах указание на поражение Германии в войне, а своим перелетом через Ла-Манш попытался примирить Германию и Великобританию, дабы у первой было больше шансов на победу. Может быть, Гесс кривил душой, может, он был не в своем уме, но факт остается фактом. После перелета Гесса на германских исследователей творчества Нострадамуса обрушились репрессии. Любые неофициальные публикации о пророчествах были запрещены. Заодно досталось и астрологам. Некоторые из них закончили жизнь в концлагерях. Интересно, что британские спецслужбы по приказу Черчилля предприняли масштабный контрманевр. Были изданы журналы, листовки и книги, в которых сообщалось, что Нострадамус предсказал победу союзникам. Многие из них имели поддельные германские выходные данные. Эту печатную продукцию разбрасывали с самолетов над оккупированной Европой. Приводился, в частности, следующий подлинный Катрен Нострадамуса. «Звери, лютые от голода, переплывут реки. Большая часть лагеря будет против Хистера. В железной клетке потащат великого, когда Рейн обратит внимание на дитя Германии». Неучастие Англии в предстоящей войне с Россией давало Гитлеру возможность для политических маневров. Но к 1941 году отношения Англии и Германии накалились до предела. Ситуация обострялась тем, что между Гитлером и Черчиллем укрепилась взаимная неприязнь, через которую не мог переступить ни один, ни другой. К тому же Гитлер знал, что в следующем году Америка обязательно вступит в войну, и Англия будет потеряна для Германии. Фюрер предвидел, что в 1942 году начнется генеральное сражение за мировое господство между Европой и Соединенными Штатами Америки. Европа же к этому времени должна быть покорена Германией. Для этого Гитлеру нужен был контроль над Лондоном и Британской империей. Сведения, получаемые через Гесса, говорили о том, что британское правительство, королевская семья и королевский ВМФ могут перебраться в Канаду и продолжить борьбу под руководством Вашингтона. Гесс считал сам факт войны с Англией геополитической ошибкой. По его мнению, две совершенные расы не должны были воевать друг с другом. Но для того, чтобы строптивые британцы сели за стол переговоров,
нужна была фигура не столь одиозная, как Гитлер. Поэтому и появился план, по которому следовало подготовить влиятельные группировки, стоящие в оппозиции Черчиллю, к ведению переговоров. Из сообщения начальника 5-го отдела НКВД, совершенно секретно, бывший английский король Эдуард вместе с женой Симпсон в данное время находится в Мадриде, откуда поддерживает связь с Гитлером. Эдуард ведет с Гитлером переговоры по вопросу формирования нового английского правительства, заключения мира с Германией при условии военного союза против СССР. О контактах Гесса с представителями английской аристократии хорошо был осведомлен и Сталин, получавший донесения из первых рук. По иронии судьбы, именно лондонский истеблишмент и был тем самым источником информации для советской разведки. Среди довольно либеральной возникают всякие течения. И профессоры, и студенты симпатизируют коммунистам или фашистам, или каким-то другим течением. Группа британских аристократов левых взглядов обучалась в Кембриджском университете. И во главе этой группы стоял Ким Филби. И эти британские левые идеологически симпатизировали, конечно, больше Советскому Союзу, чем нацистской Германии. В наше время, когда правопреемница советского КГБ, служба внешней разведки, рассекретила много документов из архива госбезопасности, стало известно о привлечении к сотрудничеству с ОГПУ большой группы лиц по рождению, образованию и личным связям, принадлежавших к самым сливкам элите английского общества. На первый взгляд ситуация была понятной. Советское правительство могло с чистой совестью выступить с официальным обращением и обвинить Англию в готовящемся сговоре. Но осмотрительный Сталин просчитал все варианты. Во-первых, не исключалось, что прилет Гесса – провокация со стороны самих немцев. Во-вторых, Черчилль мог не пойти на переговоры. В-третьих, если переговоры состоятся, но закончатся провалом, то, скорее всего, Гитлер не рискнет напасть на Россию. Ситуация осложнялась тем, что у Сталина не было точной информации о роли и участии в этих переговорах самого Черчилля. Одно дело договоренности между третьими лицами, другое дело двурушничество самого премьер-министра. Время шло, а информация не поступала. Донесения Филби и его друзей, британских антифашистов, связанных с советской разведкой, в итоге попадали в Москву и ложились на стол Сталина. Другой вопрос, как Сталин реагировал на эти донесения? Он просто не верил этому. И я думаю, что, скажи ему Черчилль об этом в то время, Сталин решил бы, что это очередная провокация. К тому же, как известно, Британия была заинтересована в том, чтобы втянуть Советский Союз в войну, хотя бы для того, чтобы облегчить свое положение. По воспоминаниям Уинстона Черчилля, советское правительство было чрезвычайно заинтриговано эпизодом с Гессом. 3 года спустя, когда я вторично приехал в Москву, я убедился, насколько Сталин интересовался этим вопросом. За обедом он спросил меня, что скрывалось за миссией Гесса. Я кратко сообщил ему то, что было известно. У меня создалось впечатление, что, по его мнению, здесь имели место какие-то тайные переговоры или заговор о совместных действиях Англии и Германии при вторжении в Россию, которые закончились провалом. Когда переводчик дал мне понять, что Сталин не верит моим объяснениям, я ответил через своего переводчика: «Когда я излагаю известные мне факты, то ожидаю, что мне поверят». Сталин ответил на мои рисковатые слова добродушной улыбкой: «Даже у нас, в России, случается многое, о чем наша разведка не считает необходимым сообщать мне». Черчилль ошибочно принял упрек за недоверие. Сталин не нуждался в откровениях английского премьер-министра. Кремль был хорошо осведомлен не только о цели полета Гесса, но и обо всем, что за ним последовало. Филби не был двойным агентом, как часто его представляют. Он был идейным антифашистом, и это, естественно, привело его к сотрудничеству с советской разведкой, так как Советский Союз, как известно, с 1941 года был главной силой антифашистской борьбы.
Умело используя знакомство в пронацистски настроенных кругах, Ким Филби вышел на высокопоставленных чиновников государственного аппарата Германии и даже удостоился личных встреч и бесед с Риббентропом. В это же время у Филби появляются друзья из близкого окружения Гесса, которые не скрывают контактов своего шефа с англичанами. Полученная от Филби информация тут же ложилась на стол Сталину. Как свидетельствуют документы, в Кремле ждали от Черчилля конкретных действий. Любое решение Лондона давало ответ на главный вопрос: кто будет следующим на пути Гитлера, Россия или Англия? Но Черчилль молчал, будто и не подозревая, что у него под носом идут сепаратные переговоры. То, что Черчилль знал о планах Гесса, несомненно. Совсем недавно английская разведка рассекретила информацию о том, что решающую роль в этом деле сыграла вовремя взятая на контроль переписка Гесса с герцогом Гамильтоном. Именно через него осуществлялся контакт Третьего Рейха с английской аристократией. Все ответные письма Гамильтона – дело рук Ми-5 и Ми-6. Это подтверждает и документ, хранящийся в архивах бывшего КГБ СССР. Как видно из этого документа, задолго до совершения перелета Гесс имел переписку по этому вопросу с лордом Гамильтоном. В этой переписке подробно обсуждались все вопросы организации перелета. Однако сам Гамильтон в переписке участия не принимал. Все письма Гесса на имя Гамильтона адресату не попадали, а получались Intelligence Service. Там же и составлялись ответы от имени Гамильтона. Это еще раз подтверждает факт, что полет Гесса был не случайным, и ему предшествовала длительная подготовка, о которой будущие союзники были осведомлены в деталях. Об уверенности в успехе миссии и участии в нем самого Гитлера указывают последние дни пребывания Гесса на родине. 1 мая он и фюрер едут на завод Мессершмитта, где Гитлер делает традиционное обращение к народу. После официальной церемонии Гесс отводит Вилли Мессершмитта в сторону, чтобы обсудить с ним дополнительные изменения для его личного Ми-110. Он просит, чтобы изменения были готовы к понедельнику 5 мая. Соответствующее распоряжение было подписано Мессершмиттом на другой день. В понедельник 5 мая в рейхсканцелярии в Берлине проходила последняя, как оказалось, встреча Гесса с Гитлером. Беседа получилась долгой, не менее 4 часов. О чем они говорили, неизвестно. Но судя по продолжительности и потому, как временами из комнаты доносились их возбужденные голоса, понятно, что дела обсуждались серьезные. Почти наверняка касались они вопроса миссии Гесса в Великобритании. Когда двери кабинета наконец открылись, Гитлер, словно прощаясь, положил руку на плечо Гесса и произнес: «Ты всегда был законченным упрямцем». Из Берлина Гесс поехал в Эугсбург. Очевидно, для того, чтобы проверить произведенные в его Мессершмитте изменения. После анализа сводок погоды полет Гесса запланировали на воскресенье, 10 мая. Для того, чтобы подчеркнуть значение выполняемой им миссии, было решено провести жестокий воздушный обстрел центрального Лондона. В пятницу, 9 мая, верхушка Третьего Рейха, имевшая отношение к плану, начала покидать Берлин. Гитлер уехал в Альпы. Геринг отбыл в свой замок под Нюрнбергом. Риббентроп улетел в Зальцбург, а Гиммлер в Софию. Гесс остался в Мюнхене. 9 мая он звонил оттуда офицеру по правовым вопросам из штата Бормана, чтобы спросить его о статусе короля в Великобритании. Мессершмитт Гесса оторвался от земли 10 мая, взяв курс на Шотландию. Успешному перелету способствовал туман. Плохая видимость спасла его от огня Спитфайра, усевшегося на хвост немцу над английской береговой полосой. Первый раз его засекли в 10:10 вечера, когда он находился над морем, миля в 70 от берега. Далее Гесс исчез из поля зрения радаров. В письме к жене, описывая этот эпизод, Гесс утверждал, что находился в 5 и менее метрах над землей, едва не задевая деревья, дома, скот и людей. У Гесса имелась карта маршрута к имению Гамильтона Дангвелл Хаус, но у него не было нужды сверяться с ней, поскольку все наземные ориентиры он хранил в памяти.
Первоначально он намеревался посадить самолет, но проделать это в темноте представлялось слишком опасным. Тогда Гесс решился на прыжок с парашютом. Потянув на себя ручку управления, он кругами начал набирать высоту. Достигнув отметки 2000, он выключил двигатели, уменьшил шаг пропеллеров, отодвинул прозрачный колпак кабины и попытался выбраться наружу. Но самолет продолжал двигаться, и Гесс оказался прижатым к сиденью встречным потоком воздуха, не в силах пошевелиться. Тут он вспомнил, что лучший способ выпрыгнуть из самолета – это перевернуть его вверх колесами и вывалиться. Но вместо того, чтобы сделать полуоборот, Гесс потянул рычаг управления с такой силой, что нос самолета резко ушел вверх, и он на мгновение потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что скорость на спидометре равна нулю. Двигатель заглох. Самолет завис в воздухе в вертикальном положении. Гесс выбрался из кабины и начал падать, сильно ударившись при этом правой ногой о хвостовое оперение. Тогда он потянул кольцо парашюта. Тот раскрылся и остановил падение. Наблюдатели видели милях в 12 от поместья в Дангивилле, как пилот вывалился из кабины, как раскрылся парашютный купол, и самолет, оставшийся без контроля, штопором пошел вниз. Несколько мгновений спустя они услышали взрыв и увидели взметнувшиеся языки пламени. Поле, на которое Гесс приземлился, оказалось пастбищем. Единственным человеком, повстречавшимся ему, был фермер, который и помог Гессу освободиться от парашюта. Давайте на минутку остановимся и проанализируем описанное выше. Если разведка контролировала все шаги Гесса, почему за ним был пущен истребитель, который чуть было не сбил его? И почему на месте приземления не оказалось засады? Ведь если допустить, что англичане действительно следили за перепиской Гесса и Гамильтона, то они должны были знать дату и конечный пункт полета, организовать, что называется, достойную встречу. Однако ничего подобного не случилось. Несколько часов после приземления Гесс провел в доме фермера. Он явно был чем-то раздосадован и все время просил, чтобы его связали с Гамильтоном. Но вместо герцога явился нетрезвый отряд местной самообороны, который припроводил его в ближайшую воинскую часть, где Гесс представился капитаном Люфтваффе Хорном. Там он заявил, что совершил перелет для того, чтобы встретиться с герцогом Гамильтоном, который должен знать о его прибытии. Его обыскали и потребовали выложить на стол содержимое карманов. Гесс выложил из карманов все, включая письмо, которое предназначалось Гамильтону. Произвели опись. И вот что странно, эта опись в дальнейшем пропала из отчетов, что во многом предопределило судьбу нациста номер 3. Позже, в сопровождении офицеров ВВС, там появился помощник командира Королевского корпуса летчиков-наблюдателей майор Грэм Дональд. Когда они прибыли, атмосфера была довольно напряженной. Гесс, ожидавший совсем иной встречи, уже начал понимать, что о его визите никому ничего не известно. Было далеко за полночь, и Гесс начал терять выдержку. Он сказал майору Дональду, что имеет важные секретные донесения для герцога Гамильтона и должен немедленно увидеться с ним. Это заявление всех развеселило. Но Гессу было не до смеха. Личность задержанного вызвала у Дональда подозрение. Он пристально посмотрел на задержанного и сказал: «Вы чрезвычайно похожи на Гесса». «Для меня это не новость», — холодно ответил Гесс. «Из-за этого я часто попадал в неловкие ситуации». Дональд сказал, что обо всем доложит герцогу. «Еще я скажу ему, что вас зовут Рудольф Гесс». Но связаться с Гамильтоном оказалось непросто. А когда его все-таки нашли и передали требования Гесса, Гамильтон сильно удивился. «Господи боже мой, зачем только я ему понадобился?» Когда Гамильтон все-таки приехал, Гесс сказал, что хочет говорить с ним наедине, и герцог отпустил двух офицеров сопровождения. Его собственный отчет является единственным источником информации о том, что происходило в тот день. По словам Гамильтона, Гесс напомнил об их знакомстве в 1936 году во время Олимпийских игр в Берлине. Тогда герцог обедал у него в доме. Он спросил, не узнал ли он его, и представился: Рудольф Гесс.
В отчете Гамильтон указал, что не помнит факта встречи с Гессом раньше. Гесс сказал Гамильтону, что прибыл с гуманной миссией. Фюрер не хочет победы над Британией, а желает остановить кровопролитие. Пока Британия одерживала в Ливии победы, он не делал подобных попыток, поскольку их могли рассматривать как проявление слабости. Но он рад прибыть теперь, когда Германия добилась успеха в Северной Африке и Греции. А тот факт, что прилетел он лично, доказывает искренность желания Германии заключить мир. Фюрер уверен, рано или поздно Германия победит и хочет остановить бессмысленную бойню. Лондон совершенно секретно. Гесс заявил, что привез с собой мирные предложения. Первое. Англия должна подчиниться обстоятельствам, потому что после краха Франции продолжение войны бесполезно. Второе. Обещать Англии, что она сохранит полную независимость и все колонии. Однако она должна отказаться от всякого вмешательства в дела какой-либо страны Европы. Третье. Предложить Великобритании заключить на 25 лет соглашение с Германией. Четвертое. Великобритания должна сохранить благожелательный нейтралитет в отношении Германии во время русско-германской войны. Это сообщение решило все. Сталин понял, что амбициозный Черчилль никогда ни при каких обстоятельствах не пойдет на такой унизительный мир. И оказался прав. Позиция Черчилля теперь была ясна, и благодаря разведке Сталин был в этом уверен. В то же время полет Гесса встревожил советское правительство. 15 мая, через три дня после того, как стало известно о полете Гесса, Сталин распорядился перебросить 7 армий к западной государственной границе СССР. Черчилль знал о содержании письма, но в обращении со Сталиным о нем умолчал. Его изощренная тактика была проста. Зная подозрительность советского вождя, премьер-министр Англии начал засыпать Сталина предупреждениями о грядущем нападении Гитлера. И в Кремле эти предупреждения, естественно, восприняли как попытку Англии столкнуть лбами Германию и СССР. Покажи Черчилль Сталину письмо Гесса, наверняка дальнейшие события сложились не так драматично для нашей страны. То, что англичане боялись разоблачения, подтверждает еще один исторический факт, произошедший во время заседания военного трибунала в Нюрнберге. 31 августа 1946 года Рудольф Гесс пожелал сообщить о своей миссии в Англии, но едва он успел произнести «весной 1941 года», как его грубо прервал председатель трибунала англичанин Лоуренс. В тот же день в камере его посетили представители английской разведки, проведя с ним несколько часов. После этого Гесс отказался отвечать на вопросы судей и обвинителей, начал разыгрывать из себя невменяемого, потерявшего память. Возможно, что Советский Союз дал англичанам шанс не предавать дело Гесса огласке, получив ответную уступку от Запада. В частности, в Нюрнберге, как известно, была замята история пакта Молотова-Риббентропа и советско-германских отношений 1939-1941 года. Почему же англичане так церемонились с нацистом номер три? Ведь было бы гораздо проще вынести Гессу смертный приговор и тем самым навсегда скрыть правду. В том-то и заключается ошибка тех, кто считает, что Нюрнбергский трибунал проявил мягкость по отношению к Гессу, приговорив его к пожизненному заключению. Если подходить к делу Гесса с точки зрения сухой буквы закона, получается, что Гесс был единственным из ведущих деятелей фашистской Германии, кто рисковал своей жизнью в опасной, но бесплодной попытке заключить мир между двумя воюющими странами. Как показывают документы, он даже никогда не был ни на одном обсуждении, где Гитлер объяснял свои планы войны. Как известно, Международный военный трибунал приговорил 12 преступников к казни через повешение. 16 октября 1946 года в Нюрнбергской тюрьме американский сержант привел в исполнение смертный приговор. Тела казненных сожгли, а прах развеяли по ветру. Еще четверо получили сроки от 10 до 12 лет. Троим дали пожизненное заключение. В их числе был заместитель Гитлера по партии и неудавшийся миротворец Рудольф Гесс. Тюрьма Шпандау, в которой Гессу предстояло провести остаток жизни, управлялась представителями четырех держав.
от каждой из стран-союзниц. Директор в звании подполковника, офицер-медик, а также переводчик и надзиратели. Караул поочередно менялся каждый месяц, как и председательствующие директора. Служебный персонал внутри тюрьмы состоял из лиц мужского пола из стран, входящих в ООН. Немцев на службу не принимали. Все финансовые расходы, составлявшие 850 тысяч марок в год, нес Сенат Западного Берлина. Так продолжалось больше 40 лет. 7 августа 1987 года весь мир облетела сенсационная новость. В тюрьме Шпандау, Западный Берлин, покончил жизнь самоубийством 93-летний Рудольф Гесс. В общих чертах официальная версия смерти Гесса была сформулирована американским директором тюрьмы через несколько часов после случившегося. Гесс, как обычно, находился на прогулке в сопровождении надзирателя, направился к садовому домику. В это время надзирателя неожиданно позвали к телефону, и он побежал в здание тюрьмы. Когда через несколько минут он вернулся в домик, то обнаружил Гесса бездыханным с электрическим шнуром, обмотанным вокруг шеи. Были проведены реанимационные мероприятия. Гесса доставили в британский военный госпиталь. После повторных попыток оживления в 16:10 было объявлено о его смерти. В кармане у Гесса была обнаружена записка. Просьба к администрации тюрьмы переслать это домой. Написано за несколько минут до моей смерти. Я благодарю вас всех, мои дорогие, за все хорошее, что вы для меня сделали. Ваш дед. Кроме характерного повреждения шеи, медицинская экспертиза обнаружила ушибы челюсти, кровоизлияние на затылке, множественные переломы ребер и грудины. Было сделано заключение, что смерть наступила в результате удушения. Но это вовсе не давало ответ на вопрос, умер ли Гесс сам или ему кто-то в этом помог. Сомнения возникли после того, как было доказано, что предсмертную записку Рудольф Гесс написал еще в 1969 году, находясь в британском военном госпитале. Старик в 93 года не мог так покончить жизнью, как это сделал, якобы сделал Гесс. Это был сильный человек. И самоубийство – это не его стиль, о чем свидетельствует 94 года прожитой жизни, из которых 46 лет в тюрьме. Гесс унес загадку своей смерти навечно в могилу. И тайна гибели Гесса еще нуждается в том, чтобы ее открыть. Подводя итог нашего расследования, можно смело утверждать следующее. Поощряя игру английской разведки с Гессом, Черчилль тем самым пытался выведать истинные планы Гитлера относительно Англии. Своим молчанием британский премьер давал понять, что он не против мира с Германией, дающего возможность избежать войны. Но перелет Гесса с конкретным предложением явился для Черчилля неожиданным и преждевременным. Истинную правду мы узнаем через несколько лет. Ведь секретные документы о полете Гесса в Англию британское правительство обещало рассекретить только в 2017 году.